Привет, друзья, и добро пожаловать на канал TwoGamers. И сегодня мы начнем проходить игру под названием Hitman Кровавые деньги. Ну и давайте начнем игру и выберем уровень сложности. Сложность у нас будет, я думаю, средняя. Да, давайте среднюю поставим. Мы получили неподтвержденные сведения о происшествии в Саутленд-парке. Сотни родственников погибших собрались у ворот. По меньшей мере 30 человек погибли, ранены около сотни. Полиция не пускает журналистов к месту трагедии. Минуло 5 лет со дня трагедии, закрывшей ворота Саутленд-парка, однако всплыли новые факты о проверке состояния аттракционов незадолго до инцидента. Команда юристов «Орлы в законе», защищающая в суде владельца Саутленд-парка Джозефа Клэренса по прозвищу «Король Свинга», потребовала исключить из дела часть свидетельских показаний. На 7-ю годовщину трагедии в Саутленд-парке состоялось очередное слушание дела Джозефа Клэренса. Вердикт невиновен. Несмотря на оправдательный приговор, огромные счета от адвокатов вынудили его признать себя банкротом. В это же время родственники погибших заявили о намерении подать апелляцию. Дорогой, идем пить чай. Сидя вот так в темноте, ты его не вернешь. Я хотел бы сделать заказ. Джозеф Клэренс. Вот он, наш бритоголовый, легкой походкой, ни о чем не задумываясь, смотрит вдаль. На этом уровне вы получите все так, навыки... Так, друзья, я пропускаю обучение, так как я уже проходил обучающую миссию, но все же захотел ее записать. Так что давайте быстренько пробежимся и... все сделаем. Добро пожаловать в Штаты 47-й. Это задание будет прямолинейным. Хорошо. Вам необходимо проникнуть в заброшенный парк развлечений. Сделаем. Найти и убрать его владельца. Сделаем. Вот он. Ваша цель – Джозеф Клэренс по кличке Король Свинга. Несчастный случай, произошедший в парке несколько лет назад, вынудил его закрыть это место. Оно и видно. Наш клиент попросил, чтобы фотография, которая сейчас находится у вас, стала последним, что увидит цель. Хорошо. Мистер Клэренс ведет бизнес с наркодельцами, так что в парке наверняка еще есть развлечения. Приятного отдыха, 47-й. И это ты называешь отдыхом, да? Чего уставился, беложопый? Я к Джозефу Клэренсу. Не слыхал о таком. Король Свинга. А, к этому тупому недоноску. Как тебя звать-то? Имя для друзей, поэтому у меня его нет. Опа. Это тебе за беложопого. Проверьте наличие фотографии в инвентаре. Так, быстренько проверяем. Вот эта фотография. Войти в магазин сувениров. Все, вошли. Отвлеките охрану. Так, где у нас монетка? Бросаем монетку. Они испугались. Черт. О, все, можно идти без палева. Нам нужно войти в здание театра.
И нам нужно убить этого гангстера. Хорошо. Давайте без палева тихо и выберем удавку. Хорошо. Ибо я очищу. Заберите пистолет гангстера. Забираем его пистолет и убираем. Заберитесь по красной решетке. Вот эта решетка. И мы ползем вверх. Зачистите комнату за дверью. Давайте возьмем дробовик и зачистили. Теперь нам нужно трупаки спрятать. Давайте спрячем. Избавляемся от тела. Прячьтесь в шкафу. Ради бога, что тут произошло? Избавьтесь от химика. Так, что у нас есть? Пистолет? Хорошо. Возьмите ключ-карту и переоденьтесь. Так, где ключ-карта? Вот. Наша ключ-карта. И давайте возьмем шмотку. Шмотки, вернее. И идем дальше. Идите дальше по галерее. Спрячьте пистолет в зеленой коробке. Так, давайте возьмем патроны и спрячем пистолет. Возьмем зеленый ящик. И нам нужно идти в диспетчерскую. Стой! Проверка! Давай, проверяй. Все в норме. Ну а как еще? Закроем за собой дверь. Мы же культурные. Так, бросаем ящик. Достаем наш пистолет. Я могу достать деньги, родная. Они все равно и так, считай, мои. Мистер Спук все уладит. Мы откроем парк, и все будет как прежде. Нет-нет, еще всего пару дней. Поверь мне. Солнышко, не говори так. Мистер Спук вернет деньги. Он человек надежный. Я не буду это подписывать, я не буду. Дай мне всего лишь один шанс, я клянусь. Зайка? Милая? Алло? Да у тебя деньги кончились, чё ты? Встаньте на крышу лифта. Задушите охранника, выбираем удавку и душим. Все, идем дальше. Ломаем щиток. Проберитесь через мастерскую. Видите, они тут коксик бодяжут. Нарколыги. Войдите в туалет. Входим. Прикройтесь гангстером как щитом, живой щит. Я не хочу умирать, не надо! А придется, чувак, придется, мне же надо пройти через твоих друзей.
пытаемся оглушить жертву. Вот так вот сделаем. Ну и давайте контрольный. Все, можно идти дальше. Заберитесь по лестнице. Возьмите футляр с винтовкой. Это, знаешь, уже много времени прошло, Скуп. И я хотел бы узнать, как там у нас движется дело с деньгами. Да ну? Да, дело-то какое. Если помнишь, мы договорились на короткое время о том, что ты заплатишь наличкой. И это... Я знаю, как сильно тебя сейчас, наверное, давят. Но мы уже договорились. Я думал, что ты, может, просто отдашь ту сумму, на которой мы условились. Хотя ты сидишь тут... Блин, вдвое дольше, чем мы договорились. Но ты можешь заплатить изначальную сумму и съехать. Не прямо сейчас, конечно, просто, чтоб ты знал. Я был бы рад этому. Нет. Чувак себя унизил. Берем футляр. Распакуйте снайперскую винтовку. Как скажете. Застрелите трех охранников снаружи. Так, я помню, двое было сверху. И один снизу. Так, вот он первый. Второй. Вот второй. Тихо. Вот так вот. И где-то третий, а вот и третий. Выйдите наружу. Так, давайте винтовку бросим. Она нам больше не пригодится. Найдите дверь в кабинет. Вот она дверь. Офис. Возьмите шприц. Отлично выглядишь, сучка. Что у тебя там под одеждой? Почти ничего. О да, такой красивый шлейф, как ты, не нужна понтовая упаковка. Послушаем, угадал? Что они там говорят. Смотря кто будет меня разворачивать. О. Слушай, девочка, я распакую твою упругую попку быстрее, чем ты скажешь, что за красавчик развязал мои ленточки. Уверена, что ты Это дядя Джо. Лучше уходи на свое место. Да, хорошо они тут между собой общаются. Сбросьте охранника с балкона. Пока, чувак. Отравите напиток секретарши. Сделано. Спрячьтесь в шкафу. Через щелочку попали бы. Спасибо, Каролин, это все. Вы в порядке? Угу, нормально. Иди. Давай. Пей. Да не смотри, а пей. Во. Все, можно идти. Войдите в кабинет короля Свинга. А ты еще кто такой? Как ты сюда попал? Каролин! Мой клиент нанял меня показать вам эту фотографию. Я вас не понимаю. Мой клиент желает, чтобы это была последняя вещь, которую вы увидите. Мистер Кларенс, прошу вас, взгляните на фотографию. Нет. Убейте короля Свинга. Ну что ж, чувак. Разве я мало страдал? Извини, но у меня заказ. По-вашему, я не знаю, сколько страданий я причинил. Я не могу... Все. Выйдите из кабинета через окно. По-тихому сваливаем. Подберите взрывное устройство. Берем мину и... Тут еще детонатор.
Все. Идите дальше по галерее. Влезьте в окно. Ну залазь давай. Во. Установите мину на вороте. Или на чем там надо установить? Так, где наша мина? Ты же знаешь, что я таких гостей не люблю. Скоп, я сначала думал пришить его, но потом вспомнил, как ты говорил, что нельзя дергаться. Но я так и сделал, и этот беложопый. Там опять про меня, походу, разговаривают. Беложопый говорят. Ясно. Значит, ты давайте считаешь, взорвем их что за беложопого. Приказе? Не, Скоп, я... Блин, там один живой остался. Он меня, походу, увидел. И бежит сюда, давайте его встретим. Все, отлично. Че у него там за ствол? Давайте подберем. Найдите выход, все, бежим к выходу. Тебя я убивать не буду, живи. И бежать. И вот она, наша свеженькая газетенка. Тут рассказывают, чё как чё произошло. Но мы читать это не будем и продолжим. О, кстати, этот какой-то мужик тут ее читает. Недовольный что-то. Ну что ж, друзья, я думаю, продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока!